Сотрудники аппарата, уполномоченного по правам человека в Московской области, доставили первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Напомним, сейчас в регионе на базе детских оздоровительных центров и лагерей оборудованы 7 временных пунктов размещения граждан ДНР и ЛНР, эвакуированных из зоны ведения боев. В них уже прибыло более 1200 человек, в том числе около 700 детей. На средства, собранные в аппарате уполномоченного, для них были закуплены теплые домашние вещи, предметы гигиены, школьные принадлежности. Эта работа продолжается.